надо менять дороги, чтобы дороги были качественные. Надо, чтобы милиция занималась не сбором денег, а находила в тех местах, где движение по-настоящему опасно. И психологию водителей тоже надо менять, надо все менять. Вождение машины – это очень опасная и серьезная профессия, которая связана с возможностью убить людей. К этому так и надо относиться. Многие люди забывают об этом.